Всем привет, с вами канал Games TV. Сегодня мы играем в кухонную лихорадку. Так, здесь нам пишут: здравствуйте, добро пожаловать в кухонную лихорадку. Меня зовут Мишель, вот этот повар вот этого. Я буду вам помогать. Наша цель — проявить свои таланты приготовления различных блюд и стать лучшим шеф-поваром в городе. Так, поскольку в этом деле мы новички, давайте начнем с простой закусочной. Давайте нажмем играть. Так. Наша цель — 90 монет заработать. Так, вот здесь кока-кола. Вот человечек подходит. Наш первый клиент. Вот старый, добрый гамбургер. Давайте его сделаем. Берем булочку. Котлета готовится. Подождем, пока она обжарится. Вот. Теперь пойдем в булочку. А теперь... Вот, мы зарабатываем 19 монеток уже. Этот клиент хочет кока-колу. Так, он наполняется туда. Так, я дал денежку. Стало 28 монеток. Так, кто у нас следующий? Мальчик. Он тоже хочет гамбургер. Так, колбаска жарится или котлетка. Ну. Давай быстрее жарься. Ага. Вот, кока-кола. Спасибо за монетки. Уже 56 монеток. Вот, котлетка готова. Так, сейчас кто-то придет и что-то попросит. Так, кока-кола. И давай котлетку дожарился. Еще один гамбург приходят с кока-колы. Ну, давай котлетка жарится быстрее. Да, с одной сковородкой здесь сложно, вот. Дальше будем играть. Так, можно что-то улучшить. Кока-кола автомат. Что еще можно улучшить? Кока-кола. Так, на это денежек уже не хватит. Ну ладно. Здесь много чего можно еще улучшить. Так, поехали дальше. Наша цель — 100 монеток. Так, давайте все, котлетку зажарим. Дядя хочет гамбургер. Давайте сразу нажарим котлетку. Так, нам надо сколько? Я уже забыл, сколько монеток нам надо. Так, гамбургер. Хочет. Итак, 10 опыта осталось до второго уровня нам. Так, тоже следующий придет. Ну. Почему мы никуда не едем? Он гамбургер захочет. Вот. Главное здесь все быстро сделать. Так. Ну, кто следующий? Подходите, подходите. Покупаем, покупаем. Ну. Вот дядя идет. Хочет гамбургер. И кока-кола. Кто хочет гамбургер с кока-колой? Это прям Макдональдс какой-то. Ну, кто-то еще будет. Алмаза. Мы переходим на новый уровень мастерства. Итак,
тоже можно улучшить. Вот можно стол так планировать. Давайте заберем. Третий уровень. Наша цель 110. Это не проблема для нас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Давай, котлетка, быстрее жарься. Так, он, наверное, колу захочет. Нет, он тоже гамбургер. Да, здесь долго придется ждать. А сковородку вторую срочно покупать. Так долго будем жарить котлетки. Так, кого готово. Ну, сейчас жди, тетенька. Так, одна звездочка есть у нас. Котлетка жарится быстрее, вот. Сейчас кто-то придет уже. Мальчик вот за гамбургером. Вторая звездочка есть. Так. Да, я еще захотел гамбургер с кока-колой. Сейчас кока-колу. И гамбургер держу. Так. Ага, скоро да, кошель для хот-догов. Ну и что будем покупать? Нет, у нас нету денежек пока что. Вот нам бы сковородку. А денежек мало. Пойдем в следующий тур. Наша цель 130 монет. Сосиска готовится, я знаю, что готовится. Ну а зачем тут положил туда? А вот сюда. Это вот сосиска есть, это шикарно. Вот. Так, что тетенька захочет? Гамбургер какой-то. Давай, жарься, жарься. Так, гамбургер. Ой, у нас. Так, колу надо. Ну, гамбургер. Ой-ой-ой, сейчас поскорит сосисочка одна. Давайте поинтересуемся. Так, давайте подержим ее пока, чтобы она не сгорела у нас. Ой-ой, красная. Точно сгорит. Сюда нельзя. Все, сгорелось. Так, наше блюдо подгорело, его нужно выбросить. Да, жалко, 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 нет, денежки потеряли. Что-то я никто не просит у нас сосиску в тесте, она уже вкусная, берите. Сильно гамбургеры почему-то, вот на отходе гамбургеры. Монетку. Так, у нас все равно денежек, наверное, у них подогреватель пищи. Два. Чтобы выбрать. Денежек не так особо.
Карл для гамбургеров, для хот-догов. Давайте просто этот уровень так пройдем. 150. Вот, зашарим. Все зашарим. Держи кока-колу. Так, еще один гамбургер. Так, ребят, ну так быстро. Так, кола. Еще гамбургер надо. Ну подожди, мальчик. Сейчас приготовится. Сейчас тюденька, подождите, сейчас приготовится. Гамбургеры, кусты. Так, кока-кола. 5 сосисок потеряли. Здесь можно улучшать интерьер. Клиентам больше нравятся уютные рестораны. Так, что сделаем? Для начала выберите предмет. Вон это телевизор вполне. Он бесплатно. Давайте ускорим. Старенький, конечно, телевизор. Ну, пусть вот. Шестой. Ой, я хотел что-то купить. Почему мне не дали? Так, 15 клиентов надо обслужить. Кока-кола. Так, что же Зенька захочет? Так, все пока на готове. Итак, так, давай, что за гамбургер? Держи. Так, кока-кола. Так, гамбургер. Почему за хот-дога не идут? Опять мы его выпустили. Так. Все, сгорел опять. Вот и хот-доги подлогали. Звезд меньше. Все, три звезды. А хотя... Думал уже две. Так, надо что-то улучшить. Скоро, да, для гамбургеров. Так. Давайте улучшим. Две скорости сделаем для гамбургеров. Цена за порцию. Так. Сосиски. Подогреватель пищи. Вот, давайте две сделаем. Еще лучше. Я думаю, лучше будет, если больше подогревателя пищи будет. Вот это шикарно.
Ку-ку, подожди, тетенька. Ку-ку. Так, еще так надо. Подожди. Ой. Я ничего не подрасчитал. Все поджарилось. Ай-яй-яй. Минус 5, минус 5. Очень жаль. Можно же было убрать. Почему я не догадался? Я забыл. Так. О, опять про тетеньку забыл. Извините. Вот ваша помощь, слушайте. Так, кукула, камушки. Еще камушки. Денежки все собрали. Ой, котлеты чуть не сгорели. Да, долго готовится. У нас сосисочки-то. Чуть-чуть, конечно. Сожгли две котлеты. Ну, с кем не бывает. Кетчуп. Ну, думаю, так. Не хватит, я не беру кетчуп. Одной монетки не хватает. Ну что поделать, восьмой уровень. Наша цель 190 монеток. Так, сразу какой. Ага. Вот какой. Сразу сделали. Надо получше для сосисок сделать. Долго все. Вот. Ой, извините, пожалуйста. Ну, у нас не хватает, у нас сковородок, на сковородок срочно купить. Опять я не говорю, конечно, ушел. Опять не забыл. Кулаком быстрее жарься. Так, у кого готовится? Вон там бургер. Вот, сердечко не подкрепило, стоп. Идем дальше. Так, укол автомат. Нам надо сковороду для хлопьев. Вот, у нас теперь две. И мы идет уровень. Наш цель 195. Ой, у нас еще место для одного хот-дога надо. Ну, ждем. Запеклось, все запеклось. Так, так, так. Mm.
Фу, так, у нас место есть. Можем немножко забьем, а то кто-то может другой взять. Так, опа, сиска. Опа, чуть не сгорел опять сиска. Так, вот так вот. Держите, пожалуйста. Так, что у нас здесь? Так, иди. Еще куда убежал. Так, у нас должен еще прийти, наверное, еще здесь. Так, гамбур. И ку-ку-ку. Ура, мы выиграли тур и прошли его. Нам дали 300 монет и 5 алмазов. Давайте еще один тур сыграем. Что же мы купим? Кетчуп. Не будем кетчуп покупать. Так, нам на сковороду у нас есть. Сковорода у нас есть, котлеты для бургеров, вот стол, нет, нам на стол для хот-догов, у нас вообще его нет. Десятый. Так, наша цель 10 монеток. Итак, понеслась, теперь у нас... На, здесь надо смотреть, чтобы ничего не подвигало. Так, колу. Очень долго готовится почему-то. Так, так, сосиску. Опа, чуть не сгорело сосисочки. Что захочет? Тридцатый уровень с тремя звездами. Так. Столики. Давайте столики. Вот. Улучшение. Ага, можно улучшить. Да-да-да. Давайте еще 11-й. Пройдем. Теперь есть салат, используем его. Весело будет. И куда его использовать? Котлету. Сначала котлету надо. Так, сначала берем все, чтобы ничего не подгорело. Так,
Так, что у нас еще? Опа, чуть не... А, скорее, ладно. Очень жаль. Так, сейчас еще булки надо. Вообще весело. Так что у нас монеточка собрался. Бургер. Наше видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. С вами был канал Games TV. Всем удачи и пока.